Неделю назад парламент проголосовал за 9 августа как дату выборов президента Республики Беларусь. Это значит, что стартовала избирательная кампания, и она войдет вскоре в активную фазу. А пока в Центризбиркоме проходит регистрация инициативных групп кандидатов в президенты, в регионах прошли заседания по образованию районных избирательных комиссий. В Гродно совместные компетенции по формированию и утверждению данных комиссии двух районов города, Ленинского и Октябрьского, обладают президиум Гродненского городского совета депутатов и исполнительная власть города. Подать заявление о желании стать кандидатом в члены района избирательной комиссии мог любой желающий. И уже на заседании принималось решение о включении или не включении кандидата в состав соответствующей комиссии. К слову, большинство ходатайств было удовлетворено. К претендентам в состав комиссии предъявлялись некоторые требования. Опыт работы в подобных структурах, потому что все-таки нужно рассматривать обращения граждан, нужно выехать, на, к примеру, на избирательный участок, знать и представлять себе, какие требования к этому участку предъявить, что там нужно проверить, элементарные моменты законодательства, которые должны соблюдаться. Ну и, в общем-то, человек должен быть не запятнанный, не дискредитировавший себя и с элементарным опытом работы. Формирование районных избирательных комиссий – один из первых этапов выборов. Стоит отметить, что на них возлагаются серьезные функции по обеспечению и организации выборов, а потому подход к кандидатам в их состав довольно серьезный. Функциями районных избирательных комиссий является организация и обеспечение проведения выборов на территории района. Районная избирательная комиссия обладает всей полнотой власти, принятия решений, рассмотрения жалоб, обращений на какие-то любых подозрений в чьих-то и каких-то неправильных действиях, значит, контроль за подготовкой избирательных участков, за обеспечением самого избирательного процесса. В общем-то, вся полнота власти на территории района по обеспечению и проведению выборов – это районная избирательная комиссия. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, Центризбиркомом было принято решение проводить заседания в онлайн-режиме. Кроме того, такой формат позволяет обеспечить гласность и открытость процедуры.